друзья, всем привет. Это продолжение рубрики «Мысли вслух». Сегодня среда. Гениально. Ладно. Сегодня я просто хотел поговорить, рассказать о репетициях, да? То есть все прекрасно понимают, что когда приходят музыканты на репетицию к группе «Танцующие фламенко», что мы должны подумать сразу же? Да? Что думает музыкант в этот момент? Он думает, что заранее ему, конечно же, дан материал, который нужно было подготовить, да? Нет. Будь то снять какую-то фонограмму, которую уже изначально коллектив разучил, да, хореографию под ту или иную музыку, вот, либо структуру ему написали, и он подготовился, свои... В принципе, логично. Фальсеты, интрады и рематы. Ну, рематы это уже, конечно, отдельная история, это надо будет вместе с танцором, с танцором или с танцорами прорабатывать. Вот. Вот он пришел на репетицию, и началась репетиция, это самое. Началась репетиция, которую все так долго ждали, да, что вот, наконец-то, музыкант думает, наконец-то я буду работать с танцорами, я буду аккомпанировать им, а танцоры в свою очередь думают, что наконец-то у нас появился музыкант, и все, мы теперь будем работать вместе, совместно. Ну и, соответственно, вокалист, да, рядом. А еще лучше, конечно, если там будет кто-то на пальмасе сидеть. Или на кахоне. Это вообще просто бомба будет, бомба. И что происходит? Говорю просто из своего личного опыта, как это обычно было, что начинается... да, то есть вступление, все хорошо, и когда идет либо какая-то ремата, либо, не знаю, субида, эскобия, все просто начинают ногами топать, хлопать, тем самым забивая музыкантов. Я все понимаю, это внутреннее чувство человека, что рядом с ним стоящий человек делает громко, и ему нужно услышать себя, что он проговаривает ногами, и он начинает делать громче, стучать громче. А рядом стоящий человек с тем, кто уже делает громче, понимает, что он себя не слышит, и делает еще громче. Начинает стучать еще громче. И что мы получаем? Мы получаем полную какофонию на репетиции. Танцоры бьют ногами так, что не слышно вообще ничего. Их слышно где-то за квартала два, наверное, в соседних домах. Но сути не слышно. Не слышно проговаривание ног. Нот, называйте это как хотите. Музыкантов, я вообще молчу, музыкантов вообще не слышно. Это если мы говорим о репетиции без подключения к аппаратуре, да, то есть если нет такой возможности у школы предоставить, да, колонку, либо у музыкантов нет своей аппаратуры, тогда это просто жесть. Возможно, танцоры на подсознании это понимают, но понять, что тем самым они делают хуже не только себе, но и музыкантам, они почему-то не могут. Потому что они хотят, по всей видимости, услышать самих себя, что они делают правильно. И только из-за этого они
начинает делать громче, да? Я не хочу никого обидеть, я просто говорю так, как есть. Может, это будет просто маленьким таким советом на репетиции. То есть, если коллектив будет, неважно, из скольки человек он состоит, понятно, чем меньше коллектив, тем как бы тише, вот, но, допустим, если, условно, человек 6, а то и больше, то лучше, конечно, это проговаривать свой музыкальный рисунок в ногах немножечко осторожнее и тише. Тем самым вы будете слышать гитару, вы будете слышать кантаора, который пытается там не порвать связки на летре. И спеть вам красиво, качественно. И, соответственно, вы будете плюс-минус слышать себя и слышать рядом стоящего напарника, да, по танцам. Будем это так называть. Вот, и все. То есть не надо пытаться проделать дырку в полу и свалиться там в подвал или на нижний этаж. Все только потому, что во время танца и исполнения танца вы не слышите самих себя. Вот. Но это мое личное мнение. То есть я как бы всегда оставался при нем. При нем. Вот. Да что ты, черт побери, такое несешь? А решать уже вам. Да? То есть, если как бы плюс-минус это все будет на одном уровне, да, понятно, динамика нужна везде. Она нужна и в танце, и в гитаре, и в вокале, да, именно динамика, то есть где-то тише, где-то наоборот погромче. Но если это будет все на одном уровне, имеется в виду коллектива, что весь коллектив будет стараться станцевать одинаково именно в ногах музыкально, то это будет просто конфетка. Вот прям серьезно. И музыкантам будет легче, которые занимаются у вас в школе, аккомпанируя без подключения к какой-либо аппаратуре. Вот. И вам будет приятно слышать. Вы сами услышите, что вы делаете ногами, и вы кайфанете от этого. Вот, ну вот как-то так. И еще что вопрос, не вопрос, а тема с подключением, да, то есть если музыкант принес условно свою колонку, там либо у школы есть своя аппаратура для подключения, да, условно там какая-то колонка активная, к которой можно подключиться микрофоном вокалисту и гитаристу. Пальмас, в принципе, по хлопкам можно и так как бы пробить зал. Вот, тогда это уже другой вопрос. Тут уже можно добавить немножечко, да, экспрессии в ноги, можно силы добавить. Можно сделать это намного громче, но опять же не переборщить. Потому что вокалист поет в микрофон, гитарист играет в микрофон, уже звук достаточно такой хороший, да. Вот. А танцор все равно может забить, особенно если ты коллектив, там, напоминаю, еще там от 6 до 10 человек, коллектив все равно может забить даже колонку. И тогда будет просто пипец. По-другому не назвать. То есть общая картинка репетиции будет выглядеть, ну, как будто толпа людей, орущих и играющих в микрофон и топчущий зал. Вот. Ну, это как-то именно только мое предположение, мои мысли и ничего более. Поэтому как-то так. Сегодня в каком-то таком формате высказался, так сказать. Вот. Ну и еще приятно такое, что если вы начнете на репетициях, да, делать все динамично, немного сдерживать себя в экспрессии, именно в том, чтобы
услышать самих себя и услышать музыкантов, музыканты от этого кайфанут. Им не нужно, вокалисту не нужно будет надрывать связки, орать. Что за ужас тут творится? Да, гитаристу не надо будет там рвать струны и ломать ногти, да, пытаясь сделать так, чтобы его услышали. Это же немаловажно. Вот как-то так. Жду ваших комментариев. Не забывайте подписаться. Делайте кнопочку, которая внизу из красной серенькой. Нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и как обычно, с вас лайк и комментарий под этим видео. Все, всех обнимаю, всем доброго дня.